Перед вами красноармейская книжка времен Великой Отечественной войны. Именно такие документы были у каждого солдата во время войны. Что она собой представляет? Представляет довольно небольшого размера книжечку с единственной цветной вставкой на лицевой странице в виде красной звездочки. Белой бумажкой мы закрыли название фамилии бойца Красной Армии. Сейчас мы вам покажем все страницы, что же значилось в документах солдата Второй мировой. На лицевой стороне указано, что это красноармейская книжка, кем она была выдана. Выдана она была уже в 1947 году, хотя бланки эти были еще учреждены во время войны. Очевидно, данный человек, бланки его, которых он участвовал в сражениях, были либо утеряны, либо уже имели очень плохое состояние и были в 1947 году заменены. Мы закроем фамилию и перейдем к осмотру. Красноармейскую книжку иметь всегда при себе, не имеющих книжек задерживать. Именно это, с этой фразы начинается этот документ. Значит, назовем данного бойца Николаем. Он был рядовым шофером и служил в автотранспортном батальоне в первой роте. Книжка была выдана в 1946 году, хотя этот солдат прошел и саму войну, так как был призван 16.04.1944 года. Призван как шофер. Также указан место рождения, постоянное место жительства, указана группа крови по Ямскому, указана прививка, которую получил данный боец. И показывается полностью все время прохождения службы. Поступил рядовым, рядовой курсант. Потом он стал, уже присвоили шофером. Ну и указано, что дальше после участия в автобатальонах в 1946 году он был демобилизирован. Также, как видим, черной ручкой написано, что на основании указа данный человек был признан нестроевым. Участие в походах и отличия. Данный воин участвовал в Втором Украинском фронте в 1945 году, а после был переброшен на Забайкальский фронт, где готовилось наступление в войне с Японией. В разделе 4 указывается вещевое имущество, что данному солдату было выдано и в каком размере. То есть шапка, бушлат, гимнастерка, шаровары, ну и так дальше, рубашка, кальсоны, портянки, ботинки, обмотки к ним, простыня, одеяло. Указывается количество выданного: пояс, ремень, котелок. Ну и на последней странице указано прививки, которые получил данный солдат.
Надеемся, что вам был интересен наш обзор. Больше информации вы сможете почерпнуть, посетив наш блог «Мир коллекционера» coinsrussia.blogspot.com. Подписывайтесь на наш канал и получайте массу интересных видеообзоров с различных тем коллекционирования.